Добрый день, дорогие друзья! Я Шмигуль Наталья Сергеевна, профессор Департамента общественных финансов. Рада представить вам профиль «Финансы и управление финансовыми активами», руководителем которого я являюсь. Программа «Финансы и управление финансовыми активами» дает уникальную комбинацию знаний на стыке государственных финансов и корпоративных финансов. Программа рассчитана в первую очередь на выпускников профильных колледжей, которые предпочитают образовательную траекторию в университет через колледж. Обучаясь на профиле «Финансы и управление финансовыми активами», вы получите весь спектр компетенций в области финансов, кредита, корпоративных финансов, а также получите углубленные знания по управлению финансовыми активами на уровне государства и корпорации, необходимо современному специалисту финансово-кредитной сферы. Об актуальности профиля свидетельствует то, что в современных условиях именно величина финансовых активов, их характеристики, оборачиваемость оказывают прямое влияние на текущее и будущее состояние публично-правовых образований, государственных корпораций, организаций частного сектора, личных финансов, определяют их развитие и финансовое благополучие. Вот почему специалисты в этой области финансов крайне востребованы на рынке труда. Теоретические знания и практические компетенции в области финансов и управления финансовыми активами востребованы как при замещении должностей государственной гражданской службы в государственном секторе, а также во множестве финансовых специальностей корпоративного сектора, в числе которых экономист отдела по управлению активами и пассивами, финансовый аналитик, главный специалист по цифровым финансовым активам, финансовый менеджер, менеджер по персональным финансовым активам, менеджер управления учета брокерской и дилерской деятельности, главный экономист финансово-экономического отдела и ряд других. Состав профильных дисциплин, их содержание учитывают самые последние достижения в теории и практике финансов и управления финансовыми активами. В структуре дисциплин представлены теоретические и прикладные блоки, необходимые для изучения всех основных вопросов профиля, в их числе управление финансовыми активами государства и корпораций, цифровые финансовые активы и технологии блокчейн, компьютерное моделирование финансовых операций, оценка активов, бюджетирование в государственном секторе и корпорациях, управление инвестиционным портфелем. Программа разработана с учетом требований ряда профессиональных стандартов, и подготовить квалифицированного специалиста нам активно помогают партнеры программы, представители работодателей, которые участвуют в разработке учебных методических материалов, выступают с открытыми лекциями, мастер-классами, предоставляют места практик и трудоустройства. Наши студенты ориентированы на стажировки и практику, а также на трудоустройство в экономических, финансовых, маркетинговых и аналитических подразделениях и службах ведущих финансовых и нефинансовых корпораций, включая институты развития, а также в профильных подразделениях Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства, Департамента финансов города Москвы и Банка России. Дорогие друзья, мы будем рады видеть вас среди студентов профиля финансы и управления финансовыми активами. До встречи в финансовом университете!